Ну так, мы уже находимся здесь непосредственно возле экопарка и будем продвигаться постепенно внутрь в надежде увидеть что-то интересное. А здесь вот как раз есть информация по поводу экопарка. Сейчас мы прочитаем ее внимательно. Это территория бывшего ташкентского зоопарка. Центральный экопарк, город Ташкента, имени Захириддина Мухаммада Бабура. Ташкент Central Eco Park. Name in former of the... В общем, бывший зоопарк, да, я так понял? Раньше здесь находился Ташкентский зоопарк. Ташкентский. Когда перенесли здесь территорию, расчистили, сделали здесь парк. Так, ну, очень интересно здесь. Вот, давайте посмотрим, что здесь написано. План эвакуации. Так, сразу смотрим, куда бежать, кого бояться. Волейбол. Вход. Ну, это чисто такой спортивно-экологический парк. Отлично. Ну что ж, продолжим нашу экскурсию по спортивно-экологическому парку. WC. Так, продолжаем. Вот это что такое? Не в курсе? Ну, это просто декоративные фигурки. Монументальное строение. Композиции какие-то абстрактные. Здесь там велосипедные дорожки, пешеходные дорожки. Там же прокат велосипедов, самокатов, колясок, ну и прочее. На территории запрещено курить. Пить. Дебоширить. Да. Угонять машины. Велосипеды? Велосипеды можно, но только по предварительной договоренности. А невест можно угонять здесь? Можно, но чревато, так сказать, потерей жизненных сил. Ну, хорошо. Тогда, как говорится, угонять никого не будем, будем просто путешествовать. Здесь такая зеленая зона. Угу. Это, в принципе, в Ташкенте везде зеленая зона. Да, вообще в Ташкенте зона. Хотя можно вон туда наверх подняться, вот чтобы обзор сверху сделать, посмотреть. Можно подняться наверх, посмотреть, посидеть в эко-кафе. Ну, в эко-кафе, кроме неэкологического мороженого и пепси, я думаю, вряд ли что-то есть. Ну, это тоже неплохо. А вообще, когда он здесь открывал, здесь был фитобар. То есть здесь это свежевыжатые соки, травяные чаи были. Чай или чай? Так, можно отсюда? Да. Так, вот здесь кафе, очень интересный кафе.